Агитпоезд сделает остановки на 31 станции. В его составе 80 человек. Стартовал он по двум направлениям. Жамбыл-Жуалы-Жанатас и Жамбыл-Шу-Шиганак. В торжественной обстановке проводить агитпоезд собрались руководители области, представители государственных органов и общественных объединений. За годы независимости разработаны и реализованы многие государственные, отраслевые и региональные программы. Все они были нацелены на обеспечение устойчивого экономического роста. Мы сегодня с гордостью можем заявить, что наша страна является зрелым независимым государством. Мы с вами стали свидетелями крупномасштабных государственных преобразований в стране, произошедших за период 25-летия. Агитационный поезд доставит местному населению свыше 90 тонн продуктов питания, 30 тонн картошки, 20 лука, столько же сахара, муки 15 тонн. К слову, сельчан на остановках будут развлекать и концертной программой. Мы страна, которой можно гордиться, которой нужно гордиться. И все должны понимать, что все это достигнуто всего за 25 лет усилиями всего народа. Вот задача агитпоезда – вот это все разъяснить нашему населению, донести до них все эти успехи, чтобы они четче понимали, что же мы отмечаем на 25 лет. Формирование данных агитпоездов – это важная информационная составляющая будущего праздника. За небольшой исторический период Казахстан прошел огромный путь. Сейчас это не просто страна в Центральной Азии, а полноправный член мирового сообщества, имеющий право и потенциал участвовать в решении глобальных вопросов. Знать достижения нашей республики – обязанность каждого гражданина. Альфия Мингазова, Эрмек Кинчимбек, 77 News.